конец февраля радовал казанцев по-настоящему весенней погодой. Фактическая температура воздуха в этот период достигала отметки в 2 градуса тепла, что на 6 градусов выше нормы. Однако на смену этой аномалии пришла другая. Практически до середины марта в республике ожидаются январские морозы. Такое понижение температуры в начале марта связано с тем, что на нашей территории сейчас происходит вторжение арктического холодного воздуха. Мы часто называем такое явление ультраполярным вторжением, когда воздух прямиком из акватории северных морей поступает на территорию нашего материка и не успевает прогреться. Для марта, конечно, это аномалия, и в настоящее время температура среднесуточная ниже климатической нормы градусов на 7. Как подобный температурный скачок может повлиять на дальнейшие изменения в климате, сказать сложно. Однако современная наука позволяет своевременно отследить тенденции смены погодных показателей. Эксперты отмечают, что изменения в климате – нормальное явление. Дело в том, что те условия, в которых эти холода пришли на нашу территорию, они благоприятны. Так, например, снег, которого в этом году в избытке, он остается лежать на почве и тем самым сохраняет посевы от вымерзания. В то же время вот эта вот волна холода, она пришла на нашу территорию ненадолго. И уже в начале следующей недели при смене барического образования, при смене антициклона циклоном, погода вернется в климатическую норму, и мы ожидаем потепления. По данным синоптиков, самые сильные морозы ожидаются 10 марта. Уже со следующей недели показатели термометров вернутся в норму. Маргарита Михайлова, Арианда Кугушева, Универньюз.